Привет, а хочешь я расскажу, как из старой газеты сделать чистую бумажную лозу для плетения стильных корзин для дома? Будем использовать только верхнюю и нижнюю кромку газеты. Для этого складываем лист в 4 части, разрезаем на одинаковые полосы и используем только полосы с чистым светлым краем. Это верх и низ газеты. Я использую силиконовый коврик, чтобы бумага не скользила при скручивании. Также мне нужна длинная тонкая спица и клей ПВА. Скручиваю трубочку, подклеиваю уголочек на клей и снимаю со спицы. Трубочки необходимо немножко подсохнуть, чтобы клей высох. Далее окрашиваем при помощи водной морилки, которую можно купить в строительном магазине. Что дальше делать с бумажной лозой, как плести корзины, ты можешь найти у меня в профиле. Обязательно подпишись, чтобы не потерять меня.